Руководители и сотрудники крупных промышленных предприятий Алтайского края в эти дни находятся в Турции на международном форуме. В состав делегации от России вошли также представители Москвы, Московской и Ивановской областей. Но наш край – единственный из регионов, который представил коллективный стенд со своей продукцией. Результат есть. Более 30 турецких компаний стали потенциальными партнерами нашей страны, в частности нашего края. Сегодня очень большая потребность у нас не только продавать собственную продукцию турецких партнеров, но и приобретать производственное оборудование, необходимые комплектующие. Мы хотим привлечь потенциальных промышленных резидентов, инвесторов на территорию нашего региона Алтайского края. Также мы хотим обсудить ряд вопросов, связанных с созданием совместных производств. К слову, в прошлом году Турция была на 14-м месте среди внешнеторговых партнеров края. Это направление не относилось к числу основных, а сегодня его активно разрабатывают. Потенциал есть. По нашим оценкам, выставка масштабная. Вот мы прошли павильоны, нашли абсолютно разноплановое оборудование. Это и металлообработка, и различные гибочные оборудования. Я насколько знаю, уже есть даже первые контракты. На днях российская делегация посетит промышленную зону Турции, затем сюда деловые визиты планируют делегации Республик Башкортостан и Карелии, Красноярского края, а также Рязанской и Московской областей. Анара Шагирова, «День с толком».